Глава антимонопольной службы сообщил об увеличении числа спам-звонков с банковскими предложениями. «Россияне нам жалуются, что чаще всего звонят роботы», — рассказал Максим Шаскольский. По мнению ФАС, российское законодательство остро нуждается в корректировке методов борьбы со спамом. Вопросы вызывают и существующие тарифы за банковское обслуживание, а также трудновыполнимые условия бонусных программ. Подробнее об этом читайте в разделе Новостей на нашем сайте.